Здравствуйте, уважаемые зрители. Вот решили мы тоже, хоть и болеем, немножко выйти еще погулять. У нас сегодня очень красиво, солнышко, все такое янтарное, закат очень хороший. Целый день была замечательная погода, только очень-очень ветрено, что даже не выйти было практически из дома, не погулять ничего. Вот сейчас перед ночью у нас стих ветер практически. Значит, вечером нас подморозит хорошенечко. Градусиков, может, даже 10, может, 15 будет. Вот, решили мы все-таки немножко доползти до леска, погулять. Вот, очень красиво. Вот, шли мы, шли. С такого места заходили сегодня в лесок, с которого обычно не заходим в стороночки. Нашли вот такая вот у нас здесь заваленная бурелом. Огромная-огромная куча проволоки. Вот. Все бы ничего. Там еще попадается колючая проволока с ней. Так что животные могут пораниться. Надо будет обходить теперь место этой стороной. Ну и заметить, конечно. То, что это проволочку. Мы придем потом весной, заберем. И когда все оттает земля, можно будет ее из земли вытащить. И она у нас пойдет на поделки. В качестве арматуры пригодится. Ну и лес заодно почистим. А то можно наколоться. Там прямо иголками вверх все. Вот. Так вот солнечно, хорошо. Настроение, конечно, поднимается из-за этого. Придем домой, что-нибудь посадим. Перчик, наверное, какой-нибудь посадим. Уже чувствуется, что весна близко. Буквально 3 недельки, наверное, осталось. Календарная весна у нас начнется. Ну, опять же, вот почки у нас здесь. Вон, бузина. Уже хочет, наверное, если вазочку поставить, наверное, даже цветочки даст. Ну, скорее всего, сегодня ночью все это замерзнет хорошенечко. Вот и солнышко у нас село. Буквально 2 минутки. И село за горизонтом. Да, Кремась? Ах ты, непослушный кабеняка. Да. Снимали-снимали. Обнаружили, что Крем у нас сбежал. Искали, звали Кремушку. Совершенно не слушается. Вокруг собачки лают. Собачьи свадьбы проходят. Ну, совсем не удержаться. Запахи кругом. Вчера ходила по деревне. У всех собачата сбежали. Огромное месиво ходит из собачат. И овчарки, и алабаи, и дворянины. Все в куче. У всех тусовки. Хозяева бегают, собирают собак своих. Ой, вот такая вот у животных весенняя пора. Что, Кремас, потягиваешься? Ай, бедняга. Да, хочется к невесте, тут приходится дома сидеть. Бонька веточки объедает. Витаминчики. То козочек держит, или коровок, зайчиков. Веточки собирайте. Самые-самые витаминные веточки. Еловые, сосновые. Сейчас пока травки у нас зеленой нету. Да, Бонечка? Скажи, я лучше знаю, что вкуснее, да? Да, скажи, очень хорошо еще с ольхи кору поздирать. Тоже очень вкусно. Вот такие у нас тут самолетики летают. Пользуются хорошей погодой. Аэродромчик рядом у нас здесь, километрах 12 небольшой. Все лето у нас здесь такой шум, тарахтение стоит, как выходные или праздники. Люди на всяких маленьких мотороллерах, на всяких
таких парапланчиках, парашютиках управляемых всяких летают. Да. Садятся у нас на полях, зацепляются за всякие провода. Вот за что творится. Все ругаются. Однажды выхожу из дома, думаю, господи, что же шум-то такой стоит. Захожу за угол, а на меня летит самолет. Летит он низко-низко, не знаю, буквально, не знаю, сколько до меня осталось, метров 200, наверное. И летит он между полем и проводами. Ужас, что было, конечно, смотреть страшно. Сразу уже подумала, что врежется прямо в дом. И он начал пикировать как-то вверх. В общем, постоянно нас тут пугают. Еще у нас был маленький красный неадекватный вертолет. То ли пьяный на нем какой-то постоянно летал. Прилетит на поле и вдоль деревни низко-низко под углом. То коз пугает, то баранов с фермы туда-сюда по полю. В общем, жутко, конечно, смотреть на все это. Еще мертвые петли делают, зависают, в воздухе мотор выключают. Жуть. Ну, не знаю, может, им сейчас запретят. Один самолетик у нас так разбился у него. Мотор не завелся, он в поле впечатался в соседней деревне. Так что, не знаю, может, им нельзя теперь уже так летать. В общем, не скучно тут, не скучно. Спокойно жить люди не хотят. Не хватает экстремальных всяких ощущений. Да, Бонька? Скажи, приезжайте к нам зимой. Скажи, вон тут волки кругом ходят. Вечерочком так, скажи, выйдешь, да? Вот тебе экстрим еще на полгодика вперед. Такая у нас сегодня тихая, спокойная прогулочка. Так, кремчик у нас опять на цыпочках удаляется. Хочет пойти куда-то к невесте сходить. Так что мы на этом будем прощаться и пойдем ловить кремчика.